заводи, заводи, заводи. Ты меня за третью первую поставь. В смысле третья? В смысле третья. Вот. Давай, поехали. Нет. Вот поэтому включаешь обдув на стекло. Это вот это положение. Вот. Я ж тебе на первом крайний машине. Левый, короче, ну. Да. И здесь в серединку. Если вот видишь, уже отпотело оно. Ну. То есть на него стал ветер дуть просто-напросто. Поняла? И все. И едешь. Вот. Чем быстрее запотевает, больше включаешь обдув. Все. Ну, то есть вот это положение. Да. Я включу вам как надо будет, не парься, если хочешь. Так, и потихонечку едем. В общем, здорово, народ, это у нас выезд с ГИБДД и выезд с ГИБДД налево на перекрестке. Время сейчас такое, час пиковое более-менее, там в эти же ворота едем мы. Вот, и поедем по Сулейманке прокатимся. И я решил это именно снять, а не стримить. Подруливаем. Поворотник налево. Не срезай углы, не срезай углы. Угу. Поворачивай тихонько, аккуратно. Все, выпрямляем. Да, вырубай. Здесь опять без всяких газов едем. Ну, именно сам выезд, ладно? Он вообще сложный такой, ну не сложный, не комфортный. Правый поворотник. Сцеплением, да. Вот видишь, как заезжают. Взял угол и срезал вот этот вот правый поворотник. Подруливаем. Крутим, крутим. Просто. Поэтому готовь ноги, если что, останавливать машину. Если едешь просто без газа на холостых, ноги готовы останавливать машину. Все запомните это. Правее, 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 правее. Видишь, как они здесь стоят? Чуть-чуть левее. Ну, чтобы в кусты уж. Не-не-не, просто едь. Здесь же сухо, потому что здесь просто деревья. Идем. Вот, вот дерево обещаешь, нет, а вот машину обещаешь, нужно будет. А человека? А человека тоже. Ну, люди это существа странные. Не спеши. Видишь, разворачивается. Останавливаться. Полностью? Тебе полностью. Тебе ехать дальше пока некуда. Поехали. Вибрацию. Угу. Айда. Аварийку включи. Что за? Давай. Все, 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 все. Тормоз держи, вибрацию. Хорош. Поехали. Газы. И на перекрестке поедем налево. Левый поворотник. Сильно не спеши, на аварийках стоит, видишь? Не спеши, на аварийке стоит. За ним? Ну вот здесь остановись, я бы здесь остановился. Нужно дождаться зеленого сигнала, если он не поедет, мне придется его объехать. Понимаешь? Эти стоят, как стоят, непонятно, что они здесь стоят. И этот что стоит? То есть этот стоит на аварийках? Вообще непонятно, что делает. Эти то ли стоят, то ли ждут светофор. Тоже непонятно, но вроде бы они стоят. Все, он стоит, поехали, вибрацию. Поворотник направо, его надо объехать. Едем, едем, газуй. Поворотник налево. Заходим налево. Едем, едем, выпрямляй руль. Едем, налево поворотник. Ну, у него мы помеха справа, крутим. Выпрямляем. И если горит еще зеленый, пропускаешь помеху справа оттуда. Так, все. Поехали. Набирайте. Корочку закрывай. Ты что ее так расширила? Жарко, да? Хорош, хорош. Да, 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 вот так. Все, я убавил. Сильно не гони. Поворотник направо, по кольцу поедем прямо. Отпускай газулю. Все, без всяких педалек. Тихонько. Ноги готовы останавливать, если без педалек едешь. Смотри, сюда едет. Сцепление в пол, тормоз. Первое. Меняем поворотник.
Газ. Не бойся, поехали, поехали. Зашла вторая. Меняем поворотник. И сильно тормоза. Вдвоем нажимать не обязательно. Ну, вдвоем нажали, да? Поэтому двойное усилие получилось. Отпусти газ, отпусти. Уезжать тебе. Тебе не нужно спешить. Тебе не... Ребят, вам не нужно набирать скорость 40, если вам не поступила эта команда. Да вы 20 можете ехать. 20! Если что. 20 это езда, 30 это ехать, уже двигаться. Вот висит знак 40. Вот здесь он тебе скажет, развить максимальную скорость. Ты должна развить это максимум до пешеходки, потому что на пешеходке скорость надо снижать по правилам. Не пролетать же пешеходку с попрыгунчиками под 40. Сцепление, тормоз, ты выступаешь всем. А если надо остановиться? Ты не так думаешь относительно тормозов. Че, нет, не надо останавливаться вообще. До конца, допустим. Да, до конца не останавливать. Ну, достаточно газ отпустить, например. Так, в общем, запомнили выезд, да, с ГАИ опять. Потом выложим.